Сегодня в Молодечинском районе пятиклассник трапил под электровоз. Трагедия здарылася на чыгуначной станции УША. Хлопчик по дороге в школу переходил чыгунку во установленном месте по пешеходным настиле. Он пропустил пассажирский тягник у напрямку Молодечна, але не зауважил наближение электровоза, який рухався по сустречных путях. Машинист пошел экстренно тормозить, але так хутко спынить электровоз не удалось. 11-годовый хлопчик загинул на месте. По факте здарения проводится проверка.